Вещи собраны, пора ехать в аэропорт. Очень хочу увидеть всех в Одессе, очень хочу покататься в скейт-парк и, конечно же, дабл-трипл. Увидимся уже в Одессе. Ха, что сейчас делаю, даю тебе 100 гривен. Держи. Да. Спасибо. До следующего выпуска. Короче, тупо не могу собраться, потому что ничего не помещается. Миллион вещей, и я не смогу взять даже камеру. Поэтому придется снимать на iPhone. Надеюсь, качество будет ок. Главная беда, что я не могу положить компьютер, чтобы делать эдиты. И вещей. Для вещей тупо нет места. Решение проблемы. Все, сгонял в спортмагазин, купил все необходимое. Это массажный роллер. Массажные шарики для стоп. Ну и не только. И скакалочку. Я готов. На часах без 15:03. Через 3 часа у меня автобус в Киев. Я все еще нарезаю видео. И боюсь, что не успею нарезать его до утра. Потому что работы еще достаточно много. Еще нужно сделать музыку, подобрать, обложку сделать и залить все на ютубчик. Поэтому я думаю, видео выпустится завтра вечером или днем. Сори. Не знаю, спать, не спать, потому что осталось 2 часа спать. Кринж. Проспал, потому что вчера вообще не спал 2 суток. Сейчас перекушу и буду лететь в гавань. Там Владос, Митя, все должны быть там. Будем гаситься. Или, может, еще посплю. У меня, кстати, есть замок принцессы. Киевский вайб — это, конечно, что-то.
гостиницы. Я не был здесь последний раз на контесте, по-моему, был 2012, по-моему, 2012 год. Жесть. Или 13. Ха. Жестко. Будет вообще сегодня просто, я в предвкушении. Погнали. Этой зоне вообще плохо идет через. Ничего, ничего. Сейчас такие, короче, флешбеки вставлю из 2012-го. Радился. Пошли посмотрим на Unreal. Он еще поднимается вот здесь. Меняется высота. Что-то вот здесь нету только. Чел только что Смит наклон сделал, его пришлось сделать еще раз. Я не умею прыгать на скакалке, но сейчас это попробуем. У тебя первая попыточка. Как заново кататься на скейте, тупо учиться с нуля на скакалке скакать. Ну ничего, ничего. Все, сейчас научусь до конца дня. By the way. Don't take fucking fake. Ехали тут. Что ты? Что это такое? Что это такое? Я спрей это сексуал. Просто 10 литров воды купил на весь скейт-парк вообще. Сейчас можно еще и покачаться минимально. Водичка. Просто спасение вообще. Водичку хочешь? Пожалуйста.
прыгай. 223 попытки, я понял. 20 секунд буквально. Да, да. Можно давай, вас одобрить? Трафик BMX-еров и самокатеров стал настолько жесткий, что мы сейчас передвинемся в мини-рампочку. Там немного почилим, поедем, скорее всего, в стрит. Все, бум. Заходи в багажник. Центр 200! Заходи в багажник. О, можно досочку взять, и они увидят. И да они что увидят. Это такое? Раз, два, три. Просто. Кринж. Третьего слили. Все, на арочку, да, Митяй? Смотри, как красиво, чувак. Я просто... Да что, Макс? Да. Макс, это электронный, алло, Вася. Большим гигантским, да, шикером, чувак, да, типа металлоискатель. До велосипеда.
Yeah, what are you saying? Come on, repeat again. Repeat again. Kill him, kill him. Huh? Просто Пэт Даффи сделал Оли на Гангадзе. Sick. Thank you so much. Впервые приехал в пул, новый пул в Киеве. Сейчас там наши штрихи. Одесские. My people, new people, все они. Сейчас, короче, будем раскатываться немножко. Но сегодня будет день отдыха, поэтому буду снимать других ребят. Вот. Сейчас глянем. Блин, какой он уже большой, красивый.